В Екатеринбурге появляется мода на офлайн. Ее законодатели принципиально не пользуются мобильными и интернетом. Причины у всех разные – от недостатка времени до желания избавиться от телефонной зависимости. Екатерина Деменчук пообщалась с теми, кто всегда недоступен, и даже сама попробовала пожить без связи. Она уже раритет в чем-то. Вот. Поэтому взять лет через 20, это сдам в музей какой-нибудь, пусть у них хранится. Сослуживший добрую службу телефон до сих пор дорог Евгению, как память о временах, когда он был всегда на связи. Организатор фестиваля уличного искусства «Стенография» уже полтора года как временно недоступен. Говорит, с тех пор жизнь для него заиграла новыми красками. Онлайн же не порождает ценности. Это логистика, понимаете, да? Поэтому люди ищущие, люди понимают, что как бы не там что-то серьезное. И продолжают искать дальше и возвращаются в офлайновый мир. Но таких людей все больше. О том, что мобильный – это время, а время – деньги, как никто другой, знает бизнесмен Андрей Голованов. Телефонная зависимость дорого ему обошлась. По незнанию он попал в заграничный роуминг и остался должен сотовому оператору 60 тысяч рублей. Нужную сумму собирал 3 года. Возвращал мелочью. Чтобы больше не быть никому должным, Андрей поступил просто. Отказался от трубки. Я уже год не пользуюсь сотовым телефоном, только по переписке, по планшету. Это, во-первых, и время экономит, и самое главное – деньги, ну и слово «серебро», молчание – золото. Мода уходить в офлайн дошла даже до екатеринбургского цирка. Местные танцовщицы отказываются не только от телефонов, но и от интернета. Ульяна в соцсетях не была уже несколько месяцев. Говорит, ломать себя особо не пришлось. Главное – начать. Сейчас жизнь вообще совершенно другая, то есть как бы не тянет к этому. То есть я также могу созвониться, пообщаться, встретиться. У меня появилось много времени, чтобы с родственниками заниматься там чем-то нужным, заниматься спортом, прогулки. То есть ну, много своего личного времени. Вот только прежде, чем проводить такие эксперименты, не мешало бы предупредить друзей и знакомых о намерении выйти из онлайна. Стоит подготовиться к тому, что вас не поймут не только близкие, но и, например, банк. Все карты сейчас привязывают к номерам мобильных. Зато это может быть полезно в терапевтических целях, ведь телефон и интернет дает порой слишком много информации для человека. Мозг перегревается у человека, начинает кипеть. В принципе, это у человека выражается повышением внутреннего напряжения. У человека становится раздражительным, нервным, он начинает как-то тыркаться, его деятельность становится хаотичной, беспорядочной и менее продуктивной. Потому что телефон и социальные сети – это очень быстро. Вот люди пытаются притормозить и выключаются из онлайн-жизни, считают специалисты. Но совсем отказываться от интернета и телефона психологи тоже не советуют. Лучше иногда устраивать выходной от техники. Екатерина Деменчук, Владимир Середа, Антон Лимонов. Новости 41-го канала.